Сохранение лесов – одна из важнейших экологических проблем и необходимые условия существования человечества. Лес обладает способностью самовосстановления, но основным способом является искусственное лесовыращивание, с помощью которого создается 80% насаждений. В середине сентября сланцевское лесничество проводит осеннюю посадку лесных культур. Мы сейчас находимся в квартале 50, выдел 25, Доложского участкового лесничества, Сланского лесничество, где производится Осенняя посадка лесных культур с э, закрыта корневой системой. Да, эта посадка производится уже сверхплана. Общий план по лесничеству выполнен, и варианта план выполнен, но осталась непосаженная площадь, и он э, решил э, сделать здесь посадку, чтобы не оставлять ее, там, не, не оставлять ее бесхозную, не брошенную. Поэтому произведена посадка. Использование посадочного материала с закрытой корневой системой выгодно отличается от посадочного материала с обнаженной корневой системой. Посадки производились, что осенние, что весенние, производились вот таким посадочным материалом с закрытой корневой системой. То есть... Бывает, что посадочный выращен просто на грядке, он с открытой корневой системой. А этот выращен специально в теплицах, в специальных таких в ящичках и получается вот такой брикетик. Называется это закрытой корневой системой. Преимущества как бы очень велики. Во-первых, такого посадочного материала можно на площадь высаживать гораздо меньше, а приживаемость гораздо больше. То есть приживаемость 99%. Работа по восстановлению леса ведется сланцевским лесничеством, не первый год. Сейчас мы находимся в квартале 49 доложского участкового лесничества. Здесь в 2013 году была произведена рубка лесных сосаждений сплошная на площади 3,9 гектара. А весной 2014 года были произведены посадки. Посадки сосны с закрытой корневой системой. Вот как бы видим, что приживаемость довольно-таки приличная. Все сосенки стоят зеленые. Арендатор общества с ограниченной ответственностью Бакор в лице генерального директора Юрия Васильева рассказал о проделанной работе. Сейчас заложим еще пробную площадь, посчитаем весной, сколько прижилось, сколько будем досаживать. Если должно прижиться 90%. Также Юрий Викторович поздравил сланцевское лесничество с наступающим профессиональным праздником. При случае вы поздравить Лесхоз наш с их профессиональным праздником пожелать там ну, успеха, счастья, здоровья, чтобы у них все было без передряг, вот, чтобы было все хорошо. Большое спасибо за помощь, им, потому что в любой момент приезжаешь, что-то спрашиваешь, приедут непонятно, покажут. То есть большое огромное спасибо.